Мы спрашивали у Дмитрия Евстафьева, почему он принимает такие решения. Он часто бьет издалека. Это неожиданные были удары по вашему? Для меня я просто вышел чуть вперед и потерял ближнюю штангу, как бы потерял ворота. Но я не думал, что он из-под борта туда будет бить и просто как бы выключился. Ну, со стороны действительно мяч, казалось, летит мимо. Может, для меня, да, мне тоже показалось, не только для вас, мимо, это да. Действительно мяч. Плотно так еще ударил как-то, не знаю, потерял ворота, моя ошибка, чуть дал интригу матчу. Ну, поздравляю его с голом, пусть радуется. Ну, в принципе, какое впечатление на вас Блик вообще произвел? Ну, это ж команда, которая тоже в лидирующих позициях, но энергетик есть энергетик. То есть мы тоже своей мере не можем все время выигрывать, поэтому где-то аж какая-то, да, там ошибка... Наша ошибка когда-то же все равно будет, мы же не знаем, Барселона есть, так же и у нас будет. Спасибо.